Добрый вечер. Меня зовут Сергей Николаев, как уже было объявлено. Хочу начать я с одной из песен, с которой я, в общем-то, начинал свой творческий путь в Содружестве поющих поэтов «Дождь». Это было 4 года назад. Да почти уже, наверное, 5 будет в феврале 2014-го. И вот что-то как-то у меня пока что новые песни находятся в очень разобранном состоянии. Они вроде бы как есть, но их еще пока что нет. И когда такой возникает момент, то, ну, в общем, вспоминаются старые. И вдруг оказывается, что они совершенно по-другому начинают звучать. Ты их давно не играл, давно-давно уже не играл, а у тебя уже и ситуация жизненная изменилась, и вообще все по-другому. А песни, в общем, остались, и они совершенно по-другому начинают звучать. И вот одна из таких песен называется «Печать».